Всем привет, мы сегодня на Калитинке. Вот озеро идет. Там жарочки туда ставят. Сейчас будем ловить. Будет что интересное, буду снимать. Ребят поймали уже. Подарился мужичка там флажочек. Щучка такая небольшая. Пока дела обстоят не очень, окунь что-то на Калитинке плохо стал. Ну, лунку делаешь одного окуня, понимаешь, мелкий вообще. Такой окунь. Блять, не идет. О, по брылам. Опачки. Окушок, ребят, поклевывает. Что там у нас? Надо еще лунку бурить. Короче, с одной лунки поймал 5 штучек, и все, опять тишина. Нет, что-то берет. Глубина самая, смотрите, ребят. Полметра, бля. Даже нет. Сантиметров 40. Озеро мелкое. Опа. Так. Запускаем еще. Окунь такой небольшой. Ну, давай. Все, перестал. Надо будет еще луночку просверлить. Смотреть. Так. Еще лунку просверлим.
тишина. Неудобно снимать так. GoPro не взял. Придется на эту камеру снимать. О, кушок, короче, поклевый. Мелкий. Поклевки такие осторожные. Опа. Начинаю, ребят, снимать, так сразу все. Клев автоматически прекращается. Что за безобразие, не понимаю. Еще ветер такой холодный. Окунь весь мелкий, крупного вообще нету. Такая клетинка у нас, такое озеро. Ветер, наверное, слышите в камеру, какой ветер сильный. Надо искать другую лодку. Пойдемте дальше. Сейчас посмотрим, что в этой. Когда он есть, он сразу же дает о себе знать, что он там есть. Когда его нету, значит, его нету. Как включай камеру, так клев прекращается. Хоть не включай камеру. Попадаются лунки хорошие, прям нормально, там штук 20 можно поймать. А бывает вот так вот. Вот что-то там есть. Что-то дернуло раз. Слабая поклевочка была. Погодка вроде ничего, но вот ветер, единственный ветер, начинает компрессировать мозг. Опа.
что там еще будет, что. Или он был один? Пусто. На балансир. Камеру включаю, всегда перестает плевать. Один-два слонки и пиздец. И затишье как бы разгоняется. Поверхностно опять малек подкидывает и бьет ему в живот. Балансир-то вроде крупный должен, блин. Крупный? Ну, я имею в виду для такого окуня. Трешка. Двушечку надо. Вообще возле льда клюет. Под самым льдом? Ну да, дальше уже трава. Я камеру включил, сейчас опять. Пожалуйста. Заказ. Просили. Сука, хапает больно прям. Ты точно бы не ушел. Сел. Вот так вот, пяточек. Вот. Все, замолкает. Остальная стая сидит. Пожалуйста. Вот, за 10 секунд питок.
все, да? Так, пойду я попробую еще там. Тоже маленького кармана. Так, где у меня мормышка? Вот такая мормышечка. Куда-то потерялась. Садили мотылька. Сейчас посмотрим, что там будет или не будет. Что у тебя там опять? Клев пошел. О, блин, у меня тоже. Камера что-то не могу поставить. Вон. Так, уменьшу. Походу там опять съело, пока я тут камеру держал. Неудобно, надо экшен брать. GoPro-шку. Опа-на. Вот она. Ловись, рыбка большая и маленькая. Блин, подцепить невозможно. Мелочи, приятно, да? Бесхвостому радость. Ох, сорвался. Один мотыль есть, я думаю, хватит. Все, мотыля, наверное, нет. А что, клюет что-то. Теперь точно нет. Так, ладно. Ну да. Цепим свеженького.
свежий мотыль. Давай. Такой шкет. Кошке без хвости пойдет. Коту прибился котеночек без хвоста. Вот и мы будем ловить сейчас, ребят. Нахуярищем, нафигачим. Мормышку из этого на поверхности не берет, только со дна почему-то. У меня тоже походу лунка отплевала. А нет, еще что-то есть. Какие они, рыжие. Дай. О, вода попала на камеру. А? Да. Рыбалка онлайн. Диалоги рыбалки. Ветер, блин, еще достал. Все, опять лунку надо бурить. Такой клев, ребят. С лунки поймаешь пяток десяток, и все. А то и один. Все, убежал. Тоже вкусно, да? Я его прям в чешуе жарил. Чешуя к сковородке прилипает. Баба Женя, она такую, как терку купила, и удобно. Я говорю, вся беда в них чистить, переколешься. А я, говорит, блядь, такую сучку купил, так удобно. Шик-шик-шик-шик, нахуй. Если удобно, ради бога. А руки мерзнут, а в перчатках это уже ловение не то, блядь, движение скованное, блядь. Поклевку чувствуешь, или нет, да? Вот такое озеро. А малявки эти, они просто бьют, подпрыгивают его. Сверлил, сейчас тут посмотрим. Вот одного поймал, сейчас только камеру включил. Камеру, видите, неудобно таскать, все время включать. Руки мерзнут. Снимать особо неохота. Моментов было очень много, но... Okay.
руки у вас все замерзли. А? Сидел. Поклевки не было. Так как понимать? Руки дубеют конкретно. Ну, хоть ветерок вроде подстихает. Вот такой. Время уже около 3. Мы домой поедем. Коту с кошкой поймали. И ладно. Ух ты, блин, как утянула шуточку. Дай. Он заглотил, а? Мотыля только насадил. Процесс пошел. Глубина даже полметра нету. Только не сложи. А. Мелкий, но клюет. Тут крупного уже не осталось. Очень мало крупного. Сетями все подолбили. Крупного тут только у него уже не осталось. Ну, на первый раз, на первый лед в этом году. Хорошо. Так вот, душу отвести. Все, сколько? 6 штучек с лунки. Опять нету. Куда-то опять убежал. Глубина еще маленькая, может боится. Расшукиваешь, опять подходишь к этой лунке. Опять клюет. Может бегает. Стайка пробежала и все. Что-то еще есть, там еще один остался. Ну.
Седьмой. С луночки. Свеженького поставим. Все, больше нет. Больше его нету. Ну, когда есть, он сразу бэнк. Пришел, ребят, на новую лунку. Еще кушок. Еще два кушка поймал. Так. Что-то тут зацепилось. Холодно, жесть. О, по губам. Губам получил. Опа. Диалоги о рыбалке, отдыхаем, да? Ах ты, блядь. Опять по губам он подал. Бинг. Ну, он пустой же крючок. Наверное, пустой уже берет. Надо насадить ему что-то. Неходца. Опа! На пустую мормышечку. Замассаживать еще что-то. Ах, не надо. Давай, цепляйся. На одной рукой цеплять окуня это невозможно. Все-таки насадил я ему. Все равно пришлось камеру отключать. Ой, опять присасывается, как этот. Поклевки такой основной нету, как этот. Ну, о. На стоячку, опа. Лунку найдешь, клюет. Ну, блядь, мотыля сожрал.
что. И все. Ай, руки уже не слушаются на морозе. Азарт все есть. Только мотыля не жирай. Блин, все опять мотыля нету, начинает мазать. Еще бы такой грамм по 300, по 400 был бы хотя бы. Вот это азарт был бы. Ну, с маленьким то интереснее. Считай, первый раз на рыбалке в этом году на подледной. Поднял. Поднял. Че, настоящий все? Ветер опять пошел. Ветер, ветер, ветерок. Тони. Мормышка легкая, тонуть совсем не хочет. Надо покурить. Что-то уже стало. Верит и все.
ловля. Пипец. Только хочешь закурить, ветку достать. Все, опять лунку искать. Вот рыбалка закончилась. Идем обратно к машинам. Пейзаж леса. Побрались лес. Братва идет. Вот машинка, на которой мы приехали.